Здравствуйте. Сегодня по вашей просьбе я показываю штанишки, которые я сделала очень-очень быстро. Они делаются, ну, максимум 5 минут. И любая девочка справится с этой работой. Здесь ей нужно уметь шить, нужно уметь только вязать узелочки. Что нужно, чтобы сделать такие штаны? Значит, два куска ткани или два платка связать, надеть и идти гулять. Появится у нас настроение хорошее, желание еще сделать эти штаны. Вот. И давайте, кто хочет, заходите ко мне. Я вам сейчас покажу, как это я сделала. Итак, кусок прямоугольной ткани. Вот это идет длина ткани, а здесь ширина. Значит, я по длине складываю ткань пополам. И вот эти кончики, вот пополам я сложила, и кончики связываю на два узелочка. Один и второй. Связала. Вот она получилась как бы полуштанина. И вот сюда я сейчас, ну, как бы надену на ногу. Это будет низ штанины, а это сверху будет верх. И сверху я буду завязывать на в области талии, да? Да. Вот. Ну, пока я не буду завязывать, я покажу. Но сейчас я сюда вставлю. Итак, на правую ногу я надела эту штанину, на правую ногу, а завязываю узел на талии с левой стороны. На левую ногу я тоже надеваю штанину, но завязываю левая нога, а завязываю с правой стороны. Штаники готовы. Всего вам доброго. Гуляйте на свежем воздухе, делайте штанишки. Пока-пока.